День работника автомобильного транспорта на предприятии «Атомтранс» традиционно отмечается каждый год. В коллективе принято в этот день поощрять работников за многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство. Приказом директора, почетной грамотой и премией награждено 28 работников. Объявлена благодарность 33. За высокие показатели в труде ВТП в этом году занесли на доску почета 8 человек. Кроме этого, отдельным приказом госкорпорации «Росатом» знаком отличия ветеран атомной энергетики наградили 2 работников. Нагрудным знаком от Роскомнадзора за аварийную работу 2-й и 3-й степени отмечены 8 водителей. От Десногорской администрации и городского совета депутатов благодарственные письма и почетные грамоты вручили 15 работникам предприятия «Атомтранс». В общем, награды получили 180 человек.